Ну, здесь спрашивают насчет того, что какие, расскажите, пожалуйста, о целях и путях развития светлых сил, так сказать, так далее, о золотом пути, пути развития и так далее. И почему, и раз эта идея с треском проводится в нашем инкарно-земле, пытаются ли светлые силы осуществить ее где-нибудь еще? Ну, во-первых, я бы не сказал, что еще с треском провалилось, просто то, что происходит, не означает, что... Понимаете, конечно, для нас, живущих определенную, ну, человеческую жизнь, которая, так сказать, так, махонько, то, что происходит даже тысячи лет, кажется, ого-го-га, да? А для, в принципе, жизни Вселенной, жизни даже планеты, это даже секунда. Понимаете, то, что происходит, определенные катаклизмы, которые создаются, отбрасывают, допустим, человечество было отброшено на уровень каменного века в силу определенных причин, которых я уже расписал во второй части «Россия крыс глав», кто интересует, почитайте, там более подробно изложено. Не все еще, но уже в процессе. Так вот, это не значит, что если черные силы временно одержали победу, то здесь, на земле, полной крышкой и туши свет и бросай гранат. В других местах тоже делались подобные эксперименты, как на земле, но на земле, по крайней мере, он самый удачный. Потому что 8 других планет, подобной земле, были уничтожены черными. Потому что для черных, вот то, что пытались создать, и думаю, что они все-таки достигли того, что они хотели, с моей точки зрения, именно то, что происходит на земле и будет происходить дальше, является полным концом существования паразитов. И поэтому они так активно, вот я специально нашел, так сказать, из славянских вет кусочки, подтверждать, что более, еще 500 тысяч лет назад те, кто создал колонии на земле, охраняли пространство вокруг Земли, чтобы не допустить проникновения на них черных сил. На космических кораблях, на Вайтмарах и Вайтмарах. Почитайте, там приводил уже отрывки. Значит, они прекрасно понимали, что нужно дать возможность немножко окрепнуть той колонии на Земле, чтобы она могла немножко пойти вперед, чтобы до того, как черные достанут. Ну, черные достали несколько раньше, чем предполагалось, но это не значит, что все уже закончится, все плохо и так далее. Наоборот, Земля как раз-то, я думаю, и станет удачным вариантом, пройдя через самое плохое. Это тоже, испытания тоже, они не только плохие, но и несут многие переосмысления тех людей, которые проходят через испытания. Так что кто-то ломается, кто-то, наоборот, становится крепче. Так что пока еще не вечер.